60 сантиметров гряды. Приходится задним колесом сантиметра на 3 брать плотнее. Вот здесь видно, заднее немножко придавливает, но это не страшно. По хорошей земле одного выше крыши проезда на такой глубине. Можно делать глубже, тракторок тянет, но нам не нужно. Будем садить рукой вверх гранки. Вот так вот. Вот так вот. И засыпать. Вот. А если садить вниз, потом все плохо с закрытием. Либо ездить по борозде надо, что в принципе хреново. Либо вручную граблями закрывать. При наличии трактора тоже хреново. Так, вот это наше забороненное поле. Хорошо, красиво. Так, сейчас мы проконтролируем сантиметраж, пока он там крутится. Вот примерно борозды. Так, 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 где-то надо поудобнее стать. Так, где-то уложим. Вот так. Получается. Здесь 60 примерно, плюс-минус, а здесь 125. То есть здесь он едет на 5 сантиметров правее ехал. Итого здесь 185, да. Получается, между борозды, между наездами у нас 65 сантиметров, а между окучниками 60. Вот какая пока дело. Надо немножко плотнее ехать. Так, убираемся. Каменюка.